Это вы так, как в Африке живете. В Африке над рабами поступили вот так, и так и надо вроде. Да хуй там. Надо всегда обжаловать и надо биться за себя. Вот этому меня учили в школе и в УЗИ. Биться за себя. Я Европу всю прошел. Живой остался, вернулся. Чтоб еще хуйней какой-то тут детские наивные проблемы. Детские наивные проблемы. Вот так решили, и так и все. Да хуй там, ты угадала. Хуй там, что она так решила. Это она так решила, она на себя написала. Вот она на себя написала, будет отвечать. Падла. И сынок пусть в тюрьме посидит ее. Ничего, в тюрьме люди живут. Выживают. И на человечность проявляются. Какой человек? В тюрьме сразу будет видно, какой кто человек. Вот так. Пускай поживет.